Ребята, всем привет! Я нахожусь в городе Шкодере. Сейчас хочу вам показать очень вкусный ресторан, какой находится в городе Шкодере. Если вы приехали на Визаранд или как турист приехали в город Шкодер и погуляли по-быстрому и хотите поесть вкусно, а не просто фастфудов, я вам покажу сейчас очень вкусный ресторанчик. Он находится в Шкодере. За отелем Колизей находится католический храм. За отелем Колизей сразу находится католический храм. Возле главного входа напротив находится ресторан-бар Элита. Здесь очень вкусно. Пойдемте, я вам покажу, как он сейчас выглядит, и покажу вам меню. Пойдем. Очень престижно. Я вам покажу, вы видите, как выглядит ресторан. И сейчас я вам покажу, какие цены в меню и что есть. Пойдемте посмотрим. Смотрите. Ребята, вот нам принесли цезарь. Цезарь, видите, сами заготовки, не перемешанные. Находится салат, находятся сухарики, куриное филе. Сейчас и перемешаем. О, сухарик уже забежал ко мне. Так, накладываем. Сейчас мы будем его пробовать. Вот, я заказал телятину тольятти, это идет телятина, я заказал себе медиум с рукколой и пармезаном. Блюдо стоит 7 евро, заказал суп, пюре, овощное пюре, для ребенка очень вкусный, кстати. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте в комментариях свои вопросы, что бы вы хотели еще увидеть. Я с удовольствием пойду и сниму для вас и расскажу, как туда добраться, как попробовать и на вкус какое это блюдо. Задавайте мне вопросы, смотрите предыдущие мои видео под описанием и смотрите мои новые сюжеты. Ребята, я пошел кушать. До новых встреч!